Всем, ребятки, привет! Вы на моем канале. Не хотела снимать эти дни, такой дождь шел. Смотрите, сколько свиней воды плавают тут бедные. Фунтик вообще скоро будет нырять. У него болото, скажи, Фунтик. Вот. Ну ничего, вот ходила, накосила им травки. Скажи, вкусненькая травка, Дуся, да? Ай, как вкусненько. И решила выпускать малых вместе с Мусей в один загончик. Сразу она немножко их обижала, но потом нормально. Сильно в дружбе как бы не радуют, но и не бьются особо. Муся такая неповоротливая стала, скорее всего, что она поросная. Вот, животик такой виден стал, поправилась она. Да и Дуся тоже поправилась. Будем надеяться, что обе они внутри с маленькими поросятками. Ну вот, а девчонкам порыться, побегать и травку тоже поесть вместе с Мусей. Очень хорошо. Вот. Им на солнышке веселее, в грязи поковыряться. Сырая им, конечно, скучно. Вот. Начинают у нас потихоньку зацветать сады. Я вам показывала дерево уже. Бутоны вот-вот раскроются. Вот. Очень много было дождей. И еще передают дождей. Большая трава. Большая трава у нас выросла кругом. Вот. Что очень хорошо для моих животных. Для моих свинюшек. Которые с удовольствием употребляют. Я вот им в дневной рацион ввожу травы по ведру. Ну, малыши в основном роются. Хотя немножко траву едят тоже. Но им в удовольствие порыться, покопаться, побегать, попрыгать. Вот. Сегодня вот погода немножко более-менее установилась. Такие красивые облака у нас. Все цветет кругом. И начали вот там вот сады зацветать. Все классно. Ну, такой вот небольшой ролик. О ежедневном нашем труде. Сейчас пойду еще кроликов вам покажу. Здесь в вольерах мы уже все убрали, все почистили, вывезли навоз, просыхают они. Вот для кого они будут, неизвестно. Малыши. Тоже уже кушают травку. Большуны такие. Вот. Ну что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем хорошего настроения. Всем всего хорошего.